Приветствую вас на канале «Современные родители». Представляю вашему вниманию подборку лучших детских колясок «Трастей» в 2023 году. В моей подборке собраны представители всех ценовых сегментов, от бюджетных до премиальных моделей. Смотри видео до конца, и ты точно найдешь что-то для себя. В описании я оставила ссылки на всех участников топа с подробными характеристиками и актуальными ценами. Погнали! Топ открывает Лика Бэби BT-109 City Style. Хорошая городская трость по доступной цене. Если вам нужна рабочая лошадка на пару лет, то это разумный вариант. Коляска вместительная, с полноценным спальным местом и регулируемой спинкой в трех положениях. Большой кап опускается почти до бампера. Колеса цельные пластиковые с шинами из эвопласта, достаточно успешно маневрируют на городских дорогах, легко моются. Есть амортизация, что похвально для недорогой модели. Все механизмы работают четко и не склонны ломаться. На официальном сайте указан предельный вес ребенка 23 килограмма. Да, внешний вид у Лика Бэби бюджетный, как и качество пластика и ткани. Коляска-трость для маленьких озорников оформлена в ярких цветах. За счет весьма необычного дизайнерского решения средство передвижения удивляет и привлекает внимание всех окружающих. Но родители с удивлением отмечают, что эта, на первый взгляд, несерьезная китайская коляска успешно катает их ребенка и летом, и зимой без особых проблем. В комплекте накидка на ножки и подстаканник. Ищешь канал с качественными обзорами товаров для детей и родителей? Подписывайся на «Современные родители». Новые выпуски выходят регулярно, так что не забудь нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Продолжит обзор Zooper Twist Smart Plus Kit. Устойчивая, хорошо управляемая восьмиколесная коляска-трость подходит для деток с рождения. От конкурентов ее отличает огромный капюшон. Три секции с дополнительным откидным козырьком укрывают малыша почти до ножек, а вместе с накидкой дают максимальную защиту от непогоды. В комплекте эргономичный подголовник, дополнительный матрасик, подстаканник, большая съемная корзина. Спинка регулируется в четырех положениях, включая горизонтальное, с помощью рычага. ППУ колес и мягкая амортизация позволяют с комфортом преодолевать городские препятствия. Складывается одной рукой, в сложенном виде можно катить или нести за специальную ручку. Поручень снимается-поднимается. Какие критерии для вас определяющие при выборе прогулочной коляски? Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Предлагаю вашему вниманию Pack Perego Plico Mini. Самая компактная и удобная в складывании легкая коляска-трость. Это лаконичная коляска в стиле «ничего лишнего». Она оформлена однотонно, без ярких принтов, из-за чего и считается привлекательной и остается востребованной. Идеально для поездок, при этом в ней сохранен весь основной функционал для комфорта мамы и ребенка. Легкая, маневренная, она складывается одной рукой и помещается в любой багажник. Прочная ткань не выгорает и не стирается даже после нескольких лет жесткой эксплуатации. Бампера нет, так как в путешествии он только мешает, но при желании его можно докупить. Кап не длинный, закрывает ребенка полностью только в сидячем положении. Сиденье широкое, спинка откидывается до 150 градусов, обеспечивая малышу комфортный сон. Конструкция коляски позволяет легко преодолевать бордюры. Даже высокие люди не задевают раму при ходьбе. В общем, хорошее соотношение цены и качества. На очереди Inglesina Trilogy. Сложно найти достойный аналог этой стильной, маневренной и многофункциональной итальянской коляски. Trilogy – модульная система с шасси-тростью, которая может полностью обеспечить маму и малыша удобным и надежным транспортом с нуля до трех лет. В прогулочной комплектации модель включает шасси стандарт на четырех колесах, вместительное сиденье с регулируемой спинкой, глубокий трехсекционный капюшон с откидным язычком и вентиляцией, подстаканник, накидку на ножки, дождевик, большую корзину. Ткань имеет защиту от солнца UPF 50+. Коляска складывается нажатием на центральную кнопку одной рукой вместе с сиденьем. Устойчиво стоит в сложенном виде. Хочешь узнать стоимость этой коляски-трости? Загляни в описании под этим роликом. Там я оставила ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами.
Продолжает наш топ Инглизина Zippy Light. Эту трость при беглом взгляде легко перепутать с книжкой. Настолько она основательно выглядит. У модели 6 колес, 2 передних имеют диаметр 16 сантиметров. Ручка сплошная, поэтому коляска легко управляема одной рукой. Широкое сиденье имеет боковые поддержки. Спинка регулируется в трех положениях. Раскладывается в длинное спальное место. Предусмотрен бампер и пятиточечные ремни. Капюшон большой до бампера, плюс есть длинный откидной язычок, закрывающий малыша почти до ножек. В комплекте дождевик и подстаканник оригинальную накидку можно докупить. Корзина вместительная, но расположена низковато, из-за чего затирается до дыр. Находчивые родители пришивают к дну корзины кожзаменитель, что полностью устраняет проблему. В целом это комфортная, проходимая коляска для ребенка от 6-7 месяцев, пригодная к почти круглогодичной эксплуатации. Коляска, которую можно сложить одной рукой, не может не радовать родителей. Она привлекательна по своему внешнему виду, но весьма сдержана. Здесь нет бросающихся в глаза узоров, зато цвета подобраны идеально для восприятия человеческим глазом. Узнать актуальную цену этой коляски, а также любой модели из подборки, вы можете по ссылкам, которые я оставила в описании под видео. Представляю вам Baby Care GT4 – коляска-трость южнокорейского бренда, одна из самых востребованных моделей российского рынка. Она привлекает в первую очередь функционалом и богатой комплектацией. Глубокий тканевый капюшон защищает малыша даже во время дождя, ветра или яркого солнца. С помощью молнии она фиксируется в виде тента. Большие колеса с пружинной амортизацией легко двигаются по неровностям, пандусам и ступенькам. Спинка регулируется в трех положениях, а как дополнительная особенность – столик для хранения бутылочек. Модель не уступает по функционалу более дорогим аналогам. Коляска создает условия для комфортных прогулок с малышом до 3 лет. Закрывает мою подборку Everflow E330 Travel. Коляска-трость разработана специально для комфортных путешествий с ребенком. Этому способствуют компактные размеры и облегченная конструкция весом 6,8 кг. В комплекте есть чехол для ног, что позволяет использовать изделие в прохладное время года. В него также входит сумка-переноска для родителей, съемный бампер, противомоскитная сетка и вместительная корзина для покупок. У этой модели 4 колеса, передние чуть меньше задних, что придает транспорту большую маневренность. На этом моя подборка подошла к концу. Более подробно изучить все модели из топа вы можете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В комментариях напишите свое мнение об участниках подборки. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте нажать на колокольчик. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!